Хилора отбывает наказание в одной из самарских колоний. У нее растет двухлетняя дочь Аиша. Девочка воспитывается в детском центре при колонии. Сейчас здесь находится 25 детей до 3 лет. Члены общественного совета при УФСИН ежегодно приезжают к ним на утренники с подарками. Они удивлены были тому, что первый раз увидели и понимать они начинали. У меня ребенку было год. Они начали понимать, что Дед Мороз, Снегурочки, подарки, все у них горели, сияли, ну, улыбались. И, ну, в восторге они были от этого всего. Общественники заботятся не только о малышах, но и думают о будущем мам. Мы постараемся на протяжении всего 2022 года все их замыслы реализовать. И если у них есть какие-то запросы, в частности, по получению новой специальности, для того, чтобы по освобождению они смогли занять достойное место в гражданском обществе нашего региона или других регионов, мы, конечно, это обязательно сделаем. Каждый малыш получил сладкий подарок и развивающую игру. Мария Левина, Максим Гусев, «События».